В Ханты-Мансийской епархии пройдет творческий конкурс «Милосердие – дар Божий», приурочен к дням памяти царской семьи Романовых, великой княгини Елисаветы и инокини Варвары. Среди основных целей и задач конкурса – популяризация духовно-нравственных, историко-культурных, семейных ценностей православия, повышение социальной роли православной церкви в обществе, раскрытие роли царской семьи в духовном процветании России, содействие творческому самовыражению и личностному развитию граждан. На конкурс принимаются рисунки, стихотворения, эссе и видеоролики. Номинации: «С Богом в сердце и на троне», «Милосердная княгиня», «Семья. Место любви». Информация о конкурсе, условиях участия, итогах конкурса публикуется на сайте Ханты-Мансийской митрополии. Конкурс проводится в заочной форме.